Они помогают детям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в обычной жизни. 14 лет исполнилось новосибирской благотворительной организации «Новая жизнь». День рождения отметили со своими подопечными. Для ребят провели концерты и мастер-классы. Юлия Алиханова побывала на празднике. Весело, с музыкой и аниматорами встречают на празднике детей коррекционных школ. Больше 200 мальчишек и девчонок съехались, чтобы поздравить волонтеров благотворительной организации «Новая жизнь» с днем рождения. То, что в жизни им нужно, вот это происходит здесь. А что нужно в жизни детям? Радость. Чтобы они радовались. Вот они приехали сегодня с разных районов города. И сегодня они рады здесь. Это их площадка, они радуются здесь, отдыхают, веселятся. Какой же праздник без подарков и развлечений? Для ребят волонтеры подготовили мастер-классы. Творцы плели браслеты и делали аппликации из цветной бумаги. Активисты проверяли силы в аэрохоккее и шахматных матчах. Праздник очень интересный. Много эмоций испытал в первые секунды. Мне понравилось то, что тут есть шахматы, аэрохоккей, теннис настольный, много кружков, интересно. Каждая из семи школ подготовила свои подарки для волонтеров. За всестороннюю помощь, благотворительные походы и праздники дети поблагодарили команду «Новой жизни» творческими номерами. Завершил праздник спектакль с кукольными персонажами из любимых мультфильмов. Юлия Алиханова, Алексей Баженов, Новости ОТС.